Сегодня мы расскажем, как приготовить жареные куриные крылышки с соусом из авокадо. А поможет нам в этом фритюрница Actifry от Tefal. Подходящим гарниром для этого блюда станут свежие овощи. Морковь, сельдерей и перец. Добавьте к куриным крылышкам растительное масло, ворчестер, соевый соус, паприку и соль. Перемешайте и оставьте на 15 минут. Для соуса смешайте в ручном измельчителе авокадо, сливочный сыр, табаско, соль и сок лайма. Выложите курицу во фритюрницу и установите таймер на 25 минут. Готовые крылышки подавайте со свежими овощами и нежным соусом из авокадо. Приятного аппетита!